Друзья, мне посчастливилось участвовать в создании потрясающе интересного проекта. Это «Азбука 2.0». Она непростая. Каждую букву озвучивали артисты, актеры, певцы, деятели искусств. Вот смотрите, такие достаточно яркие, заслуженные наши звезды. Вот они, их фотографии в звездочках. И вот здесь и моя тоже. Для того, чтобы воспользоваться этой азбукой в полной мере, нужно закачать ваш гаджет в приложение специальное. И, подводя гаджет к букве, персонаж, нарисованный около этой буквы, оживает. И вот это четверостишки, каждая, там небольшой стишок, слышно, как озвучен различными артистами. Вот моя буква, буква «Ж». Жучок. Я потом покажу, как это работает. Уже могу, да? Гурченко, она Вообще это выглядит очень круто, это очень интересно, и мне кажется, это отличная идея. И детям очень понравится, и взрослым, потому что очень многих артистов, которые здесь. Вот, надо было Кирилла пригласить. Это другой. Никто еще не играл. Как раз на больше на Цоя похоже. Цоя? Нет.